Привет, друзья! Меня зовут Азиз. Сегодня хочу вам показать квартиру 2 плюс 1, 111 квадратов на 12 этаже с очень красивым видом на море и на апельсиновые сады. Пойдемте, обзор начнем с подъезда. Очень широкий, большой подъезд. Вот здесь можно оставить свои велосипеды, коляски. Все аккуратно, чисто. И два лифта. Входим в квартиру. Два плюс один. 111 квадратов. Две спальни и зал студия. Ну, давайте я вам сначала покажу вот этот прекрасный вид на море. Посмотрите, какой красивый вид. Можно отсюда видеть и территорию. Пляжная зона находится вот на этой стороне. Сейчас мы туда тоже пройдем. Вот балкон. Балкон у нас, как обычно, широкий, большой. Для хорошего времяпровождения. Заходим в квартиру. Вот отсюда вход. Вот здесь вот шкафчики для одежды и для обуви. И место для стиральной машины. Здесь у нас находится санузел. Душевая кабина. Вот, пожалуйста, кухня. Все готово для проживания. И давайте начнем осматривать спальные. Вот первая спальня с отличным видом на цитрусовые сады и на горы. Пойдемте посмотрим вторую спальню. Вот она. Каждый день вы будете видеть вот такой вот вид. Квартира будет сдаваться именно вот в таком виде, готовая для проживания. Пожалуйста. Теперь пойдемте на территорию комплекса Сан-Сити. Кстати, здесь на этаже 5 квартир. Ну вот, мы вышли с подъезда.
С этой стороны у нас заезд на территорию комплекса. Шлагбаумы, охрана. Все охраняется 24 часа. Видеонаблюдение. Здесь баскетбольная площадка. Здесь теннисная площадка. Это территория для мангала. Беседки. С той стороны апельсиновые сады. Парковки. Кстати, эти парковки бесплатные. Да, и, кстати, на территории Липариса Сан-Сити имеется спа-салон. Давайте я вам немножко покажу. Здесь есть крытый бассейн, территория для отдыха. Пожалуйста, шезлонги. Барный отдел. Массажные комнаты. Приятная музыка. Ну, а мы идем дальше. Красивая пальмовая аллея. Детская площадка. Тренажеры. Комплекс Липарис Сан-Сити состоит из 6 блоков и имеет очень большую территорию. Сейчас сентябрь месяц на дворе, и на территории комплекса начали созревать гранаты. Также на территории растут оливковые деревья. Они вот только-только начали созревать. Ну а теперь пойдемте на пляж. На пути к морю или обратно домой вы можете зайти в это уютное маленькое местечко. Попить чаю, турецкого кофе или заказать лимонный лимонад. Здесь, кстати, его очень вкусно готовят. Посидеть, отдохнуть под виноградниками. А вот и пляж комплекса Липарис Сан-Сити. Обратите внимание, как он широкий, большой. Шезлонги, зонты. Это все относится к комплексу Липарис Сан-Сити.
Ну вот, друзья, всю дополнительную информацию я напишу в описании. Звоните, пишите, спрашивайте, постараюсь ответить на все ваши вопросы. До встречи в Мерсине, друзья. Ну и в конце рубрика «Всем мэраба». Всем мэраба. 5 причин покупки квартиры в Мерсине. Первое. Цена недвижимости на первой береговой линии в Мерсине ниже, чем в Анталии, Алании, в Измире или в Стамбуле. Если в Мерсине 1 квадратный метр стоит $1200, то в Анталии и Алании цены начинаются от $2000, а в Стамбуле и того дороже. Второе. Цены на продукты питания, такие как овощи, фрукты, мясо, тоже дешевле в Мерсине. Если у нас 1 килограмм говядины стоит 130 лир, то в Анталии 200. Третье. В Мерсине такое понятие, как первая береговая линия, существует. Поэтому жилые комплексы находятся буквально в 50 метрах от моря. А в соседней Анталии такого нет. Между жилыми комплексами и морем пролегает автомобильная трасса. А это совсем небезопасно. И это мешает прямому доступу к морю. Четвертое. В туристической сфере Мерсин является девственным регионом. Несмотря на то, что наш регион расположен вдоль моря и является курортным, иностранные туристы еще пока не успели облюбовать эти девственные места. Пятое. Регион Мерсина находится на сейсмобезопасной зоне. Давайте посмотрим карту сейсмобезопасности на сайте МЧС Турции. Открываем официальный сайт МЧС Турции. Давайте посмотрим поближе. Вот Мерсин. Давайте мы отметим это вот таким образом. Как вы видите, регион Анталия, он полностью красно-оранжевый. Несмотря на то, что мы соседи, Мерсин находится на сейсмобезопасной территории. Всем гюля-гюля!